Тренировки и спаборництвы на траве без перепынку на зимовый сезон. Сегодня у Гомеля урочисто открыли уникальный футбольный манеж. Буйная пляцовка накрыта надиманным куполом вышиней у 7-поверховый дом. Сучасная система поветрообмену позволяет заниматься футболом и проводить спаборництвы международного уровня на протягу всего года. Кто у лику первых опробовал штучный газон нового футбольного манежа, ведая Евгения Кухаронок. Выхованцы гомельской «Здюшар» номер 8 на манеже у першиню. Однако уже сегодня яны сгуляют тут два матча у рамках международного футбольного турниру сирот спортсменов 2009 года народжения. Уражение от буйного, светлого и теплого манежа только додае запалу хлопчикам худшей показать свои здольности ровесникам из России и Молдовы. Мне очень нравится тем, что может заниматься тут круглый год. И зимой, и летом. Зимой мы занимались раньше в зале. Уже будем тут тренироваться, тут будет, конечно, лучше. Все круто, впечатление вообще. Мы Гомель, мы сила, мы забьем красиво! Хутка на многих спортивных афишах города з'явится новый адрес проведения матчов. График занятков футбольных команд и расклад спаборництва расписаны далеко наперед. У студені лютым учебно-тренировочные сборы по подрыхтовцы до чемпионата Беларуси тут проведут гомельские, рыжеские и светлогорские футбольные клубы. Есть домовленности организовать на базе манежа товарыстские спарринги помеж мясцовыми командами и сборными соседних регионов Украины и России. И все ж таки не меньше ухил тренировочной базы на выход выхование молодого поколения футболистов. В городе Гомель занимается больше 2000 ребят футболом, поэтому все они здесь уже попробуют свое мастерство в зимний период, подготовлено расписание, где разные возраста здесь будут ежедневно, фактически 90% отдаваться будет детям. До того ж, зараз іде набор у новую футбольную секцию дитячо-юнацкой спортивной школы номер 6, на базе якой и находится манеж. Займаться с навученцами тут будут 4 тренеры. Та их уже зусім хутка прийдуть каля 200 жадающих стать профессийными футболистами. Безумовно, запотребованность пляцовки велизарная, однако при этом яна застанется доступна и для аматоров погонять мяч по полі. Манеж махчима арендовать. На урочистой церемонии открытия нового спортивного объекта Гомеля усе трибуны на 500 глядацких местов были заполнены. Пожадаем, каб такий аншлаг был на каждом из матчей, которые организуют тут в ближайшей и далекой будущине. Евгения Кухаронок, Александр Харлампов, телерадиокомпания «Гомель».